Лев и заяц. Давным-давно в пышных зеленых джунглях жили все травоядные животные счастливо и мирно. В этих джунглях не было ни тигров, ни львов, ни гиен, ни орлов, ни вообще каких-либо хищников. И поэтому все травоядные замечательно проводили время в джунглях, не беспокоясь о том, что на них нападут или выследят. Но это скоро должно было измениться. Какое сегодня хорошая погода! Приятно и тепло. И ты знаешь, что это значит, не так ли? Да ладно тебе! Мы ненавидим, когда ты брызгаешь на нас водой. Ну, говори за себя, потому что я люблю. Как обычно, животные веселились и смеялись, когда вдруг раздался громкий, оглушительный рев. Все животные обернулись и увидели, что на большой скале стоит страшный лев. Все зверушки побежали к своим родителям, которые тоже дрожали от страха. Ладно, слушайте внимательно. Я родом из ближайших джунглей, где еды мало, а ресурсы на исходе. И я вижу, что в этих джунглях нет ни львов, ни больших кошек. Потому я объявляю себя королем всех этих джунглей. С сегодняшнего дня ты будешь кланяться мне. Это понятно? Наступила полная тишина, потому что животные были слишком напуганы. Хорошо, я воспринимаю это как да. Что ж, я могу охотиться за едой каждый день. Но это может создать здесь большой хаос. Поэтому, как ваш король, я предлагаю, чтобы каждый день моя еда приходила ко мне, чтобы я не охотился на вас. На сегодня я сыт, потому что плотно поел. Но завтра в обед моя еда должна прийти ко мне. Это должно быть любой из вас, если он большой. А теперь я пойду вздремну. Расходитесь. Лев ушел в пещеру, которую он объявил своей с того дня. Тем временем над некогда счастливыми джунглями нависла мрачная туча. Животные были напуганы внезапной бурей, и все они тихо вернулись в свои дома. Та ночь, та страшная ночь была долгой и тихой. Пока слон не позвал всех остальных животных, чтобы обсудить, кого отдать льву на следующий день. Последовал очень жаркий спор, потому что никто не хотел идти ко льву. Мы все можем бежать, покинуть джунгли. И куда нам бежать? Разве ты не слышал? Следующие джунгли стали бесплодными. Мы не все можем отправиться туда, а за ними только горы. Настолько хватает взора. Мы застряли здесь. Последовало еще больше споров, пока не появился заяц. Я пойду. Все животные были шокированы. У вас у всех есть семьи, но я сам по себе. Никто не будет оплакивать мою смерть. Позвольте мне пойти к нему завтра, чтобы вы могли подготовиться к предстоящим дням. Сказав это, заяц ушел. На следующий день лев вышел из своей пещеры и громко зарычал. Где моя еда? Я очень голоден. Этим животным нужно преподать урок. Разъяренный лев уже собирался двинуться, как вдруг заметил приближающегося зайца. Итак, моя еда запоздала и такая маленькая. С завтрашнего дня эти животные усвоят урок. Но сначала замочу червячка. Ваше высочество, как ты смеешь приходить так поздно? Мне очень жаль, повелитель. Я бы добрался туда вовремя. Но меня задержал новый лев в джунглях. Лев был потрясен. Еще один лев, подумал он. Я приказываю тебе рассказать мне все об этом льве. А этот лев хотел съесть меня. Но я сказал ему, что уже иду навстречу с тобой. Лев засмеялся надо мной и сказал, что настоящий король охотится на свою добычу. Что я не должен кланяться такому слабаку льву, как ты. Его слова, повелитель, не мои. Как смеет этот лев оскорблять меня?
Немедленно отведи меня к нему. Повелитель, другой лев тоже хотел встретиться с тобой. Он пощадил мою жизнь, чтобы я мог передать тебе его послание. Он говорит, что он новый король джунглей. Лев пуще прежнего разозлился. Так и сказал? Веди меня к этому самозванцу. Но, повелитель, я бы не советовал связываться с ним. Он силен и живет в крепости. Ха, я не ожидал, что маленький заяц поймет, что такое достоинство. Никто в этих джунглях не может бросить мне вызов и остаться в живых. Просто отведи меня к этому самозванцу, королю джунглей. Итак, заяц отвел льва на другой конец джунглей, где на поляне стоял каменный колодец. Мой господин, лев живет в этой крепости. Лев забрался на стену колодца и посмотрел вниз. Там он увидел другого льва, который смотрел на него. Глупый лев не понимал, что смотрит на свое отражение. Он издал оглушительный рев. Рев эхом отразился от стен колодца и зазвучал еще громче. Ты прав. Этот лев очень силен. Его рев могуч. Но не волнуйся, я прикончу его в мгновение ока. Сказав это, лев прыгнул вниз и ударился головой о дно колодца. Что? Нет, меня обманули. Лев так и не вылез из колодца, а заяц гордо улыбнулся. Все животные, прячущиеся за кустами, вышли, хлопая в ладоши. Заяц поклонился. Дорогой заяц, спасибо, что спас нас. Сегодня ты научил нас, что ум всегда имеет преимущество над физической силой. Итак, пышные зеленые джунгли снова стали счастливым местом. Животные прыгали от радости и танцевали вокруг. А что касается маленького зайца, вы не поверите, он стал королем джунглей. И это был очень хороший король.